Плитка или асфальт? Для химчан этот вопрос животрепещущий. Немало жителей считают плиткой неудобной для прогулок, о чем часто говорят в социальных сетях. Несколько дней назад пользователи сообщества «Типичные химки» заметили работы на улице Маяковской. Сейчас там взамен старой и раскрошившейся плитки кладут асфальт. В администрации округа пояснили, плитка недолговечна. Кроме того, поддержание ее в надлежащем виде обходится недешево. На недавнем заседании Совета депутатов Дмитрий Волошин рассказал о планах по реконструкции так называемого «внутреннего кольца». Это улица Калинина, Чапаева, Московская и Кирова. Запускали голосование, в том числе в интернете. 80% жителей голосуют и просят сделать асфальт, брать плитку. Поэтому мы уходим от традиционной маленькой плитки в качественный асфальт, такой, который мы постелили на улице Спартаковской, если у кого-то была возможность обратить внимание, там находится асфальт Щема, совершенно другой, износостойкий, гарантия которой всего лишь 5 лет. Новое покрытие протестируют уже этой зимой. Если проверка на прочность будет пройдена, материал наряду с керамогранитом будут использовать на территории всего городского округа.